Всем привет, с вами Аурум, и сегодня я опять выполняю свою миссию по тому поводу, чтобы вы на халяву смогли получить сундуки золота и гемы. Ребята, это абсолютная правда, это не кликбейт, это действительно так, и многие из вас могли это и сами без меня увидеть, но так как новости у нас исключительно на английском языке, кстати говоря, в скором будущем я попытаюсь это дело изменить, потому что, ну, это вообще просто ни в какие ворота. Почему? Я не понимаю, почему у нас игра русифицировано, а новости на английском языке. У нас что, мало переводчиков? Да я сам могу сейчас переводить, вообще нихер делать. С ошибками дикими. Но опять же, помните, как раньше переводилось все? Тоже с дикими ошибками. Ничем не будет отличаться, и за бесплатно вообще. Но это неприятно. Это неприятно, когда ты заходишь и не видишь на, в общем-то, русском языке. И многие из вас, я уверен, вот давайте лайк поставьте те, кто не знали об этой фиче до моего видоса. Опять же, эта инфа уже спойлерится, и в моей группе ВК публикуется, и везде, и все равно мне задают вопросы, фейк это или не фейк. Поэтому говорю, не фейк. Можно получить золото, сундуки и гемы абсолютно бесплатно, и это может произойти уже 1 декабря. Итак, заходим в новости. Вот здесь есть кнопочка новости, кто вдруг не знает, но я думаю, все знают. Сейчас буду разжевывать прям как вы любите. Прям как вы любите. Заходим в новости, здесь видим more info, нажимаем и смотрим, что здесь написано. Перевожу буквально тезисно, да? Смотрите Clash Royale League финал, чтобы получить награду. И вот дальше нас интересует следующее. Вы можете получить free rewards can be gems, gold or chest. То есть это гемы, золото и сундуки. Это правда, разрабы реально дарят нам гемы, золото и сундуки. Как их получить? Здесь дальше инструкция. То есть вы видите, да, что у вас должен быть Supercell ID, уверен, он у всех есть. Потом мы переходим на трансляцию, нажимаем Get Drops и в итоге подключаем свой Supercell ID. Так, а теперь нагляднее. В общем, заходим по-прежнему во все в те же новости. Здесь уже нажимаем не Get More Info, а нажимаем Serial World Final. Нас перенаправляет на YouTube. Желательно, чтобы у вас было скачано уже приложение YouTube. Уверен, что у всех это и так есть. И мы переходим сразу на трансляцию. Нам пишет, что она начнется 1 декабря 4.00 GMT. То есть на данный момент времени через 11 часов. Мы закрываем чатик и здесь видим вот такую вот иконочку, на которой написано «Связать аккаунт». Может, в общем-то, говорится, ну, писаться это на любом языке. Но суть в том, что будет выглядеть в виде вот такого какого-нибудь большого гема, собственно. И там будет инструкция. Хотите поучаствовать в розыгрыше трофеев, свяжите свои аккаунты Supercell ID и YouTube. Подробнее можете прочитать здесь. Здесь есть очень важный момент, что Supercell, когда вы подвяжете Supercell ID к YouTube, получит определенный доступ к вашей внутренней информации. В общем, те, кто боятся госдепа, лучше этого не делайте. Но ладно, мы-то не боимся, нажимаем «Связать аккаунты» и в итоге попадаем на страничку связывания АКО. Сюда вводим свой Supercell ID, желательно вообще тут, я так понимаю, любая почта подойдет, но нет, наверное, все-таки вводите свой Supercell ID, вводите его, нажимаете логин, дальше вам на почту приходит код, вводите дальше на стадии Verify код и подтверждаете все это дело. После этого следите за временем начала трансляции и заходите с самого начала. Ребят, просто за регистрацию по ходу никому ничего не дадут, потому что делает Supercell? Это бейт на просмотр трансляции. Я думаю, завтра будет просто какой-то мировой рекорд по количеству зрителей на трансляции Clash Royale и CRL. Ну, потому что если Supercell... Хотя, знаете, довольно плохая пиар-компания касательно вот этих вот бесплатных ништяков. Ибо у нас, ну, действительно, не все знают об этой фишке. Но Supercell это делает исключительно для того, чтобы вы смотрели всю трансляцию и по ходу трансляции в определенные моменты получали эти призы. То есть
есть компания Supercell по Supercell ID будет видеть, смотрите ли вы в этот момент трансляцию или нет. Если смотрите, значит, получаете приз. Ну, я знаю, что уже некоторые умельцы сказали: да говно вопрос, я сейчас 10 аков так забронькаю, все поставлю на просмотр, 10 телефонов возьму и получу на всех аках призы. Я думаю, что разработчики Clash Royale, в общем-то, и не против. Четкие призы, и за что они будут даваться, по-прежнему неизвестно. Как вы видели, четко написано, что это могут быть гемы, сундуки или золото. Возможно, это будет что-то еще. Дело все в том, что когда только появилась эта инфа, то говорили о стикерах, что якобы все люди получат те же стикеры, те, кто не успели получить вот те бесплатные стикеры, о которых я говорил, посвященные CRL, они смогут их получить уже в этой акции. Но нет, нифига, это абсолютно другая история. Поэтому те, у кого есть время в субботу посмотреть этот стримчанский, go быстренько регаться. У кого времени нет, можете даже не регаться, потому что мне кажется, что просто тупо регистрация не дает 100% гарантии, что вы что-либо получите. Но если вы будете смотреть трансляцию, уверен, что по-любому какой-то бонус отгрузит компания Supercell. Короче, ребят, надеюсь, помог. С вами был Аурум, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, всем удачи!